как любая женщина, я люблю ходить в магазины. Мне нравится очень Dolce & Gabbana, Gucci, очень нравится Chanel, Ulla Popkin, там шьют прямо для таких больших, как я. После того, как мы начали заниматься APL, я не смотрю на ценники, ребята. И всем советую, пожалуйста, пойдемте с нами. Вы тоже не будете смотреть на ценники. Это свобода. Какова это свобода? Вы даже не представляете. Одела, померила, понравилось и пошла. Подхожу к кассе, карточку воткнули, все. Еще, ну, это такая свобода, ребята. Даже вы не можете себе представить. Дело в том, что APL пришел к нам в дом не совсем вовремя. Мы собирались уже года два, собираемся переехать на Канары. И вдруг звонок, позвонила нам Эмма Поль и говорит: Мария, такая фирма зашла в Германию, такая фирма. Я говорю: Эмма, во-первых, я никакими фирмами больше заниматься не буду. У нас у обоих пенсия, у нас свое жилье есть, у нас 6 домов на Канарах. Она говорит: Мария, у меня есть такой продукт, она нашла, чем меня зацепить. Маркетинг-планов, конечно, я много пересмотрел за нашу больше чем 20 лет опыта в сетевом бизнесе. И я тогда сказал: Мария, это корова галштино-фризской породы. Больше всего молока в мире дает. Ее можно доить, если с умом. И очень даже успешно. Мы первую неделю получили 70 евро. Вторую неделю мы получили 400 евро. Думаю, так быстро, за 2 недели. И третью неделю мы получили зарплату 2500. С того момента меньше, чем 2,5 у нас в неделю не было. Это любую машину, какая на вас смотрит, вы можете себе позволить. Любое платье, любое пальто, любое путешествие. И делаем-то мы это не ради себя, а ради нашего поколения, детей, внуков. Я легко могу подарить машину своему ребенку. Может ли бабушка сейчас на пенсии, даже на хорошей пенсии в Германии, позволить себе такое? Никогда. Мы 2 машины в неделю покупаем, если захотим. Причем налом платим. Мы всего-навсего за 1,5 года пригласили и подписали лично 55 человек. Это, в принципе, совсем мало за 1,5 года. Но наша организация на сегодняшний день состоит из, представьте, почти 1500 человек из 55. Да никогда не было такого. Поэтому даже я считаю, этот бизнес нас несколько расхолаживает, что мы всего-навсего 55 человек за все время подписали, ну просто стыдно. Ну, мы, по сути, еще не работали. Сколько здесь, мы вообще никогда не зарабатывали. Там месяц мы столько не зарабатывали, сколько да. Мы здесь неделю зарабатывали. И сколько надо было. Благодарны. Нам предлагает АПЛ, нам не предложила ни одна фирма. Мы во многих фирмах работали и выезжали в круизы, во всякие. Но такого не было. Сергей Сергеевич вообще выдумщик, я не знаю. Он нас крокодилем мясом кормил, потом в подвалы завез, вином поил. Это вообще бесподобно, бесподобно. Мне кажется, такой фирмы не было, нет. И быть не может, потому что у нас самый молодой, самый красивый, самый амбициозный президент. У него своя семья классная, да, сплоченная. И он нас всех учит быть, в первую очередь, чтобы семья была здоровая, чтобы вместе работать, чтобы вместе отдыхать. И к этому он стремится, и нас ведет к этому. Я их так люблю, вот как его. Самое главное, что мы никому ничего не продаем. Наша задача делать просто рассылку информации
Мы просто информируем людей о том, что такой продукт существует. И все остальное делают люди сами. Как правило, мы работаем через интернет со всеми странами. Мы вон с Канадой, например, по скайпу общаемся, там с Москвой, с Уфой, с Новосибирском, там с Индией. Сергей Сергеевич каждую неделю, каждый месяц делает какой-то промоушен. И большое ему спасибо. На этих промоушенах растут люди. И мы в том числе выросли. Промоушен все равно двигает. Мы делаем тоже свой промоушен. Если мы спонсоруем кого-то или человека, видим, что что-то у него там не хватает каких-то пунктов, мы говорим, вот это сделаешь. Едешь на недельку на Канары, со своей семьей, в любое время, когда тебе удобно. Нужно людей всегда мотивировать. Все оно окупится, потому что сначала, ребята, надо дать, а потом взять.